Ну, посмотрим, как раз ты ходил один на один. Вот как бы человек из моей команды, из Дискорда. А Дима из Украины, это не тот, который с Жекой Херсоном играет? Не-не-не, я с Жекой Херсоном не играл. А, понятно, а то голос немножко это похож. Кирилл, кстати, вот Кирилл Кох сегодня как это, он на даче отдыхает. А так он тоже частенько заходит и тоже по... можно играть, и он тоже много людей заводит. Кирилл Кох ты имеешь в виду? Да. А мы с ним что-то не сошлись во мнениях. Поэтому... Поверь, мы тоже с ним ссорились здесь. Поверь, здесь тоже ссорились как бы ребята, но мы снова все нашли общий язык, и все нормально. Ну, надо как-то... Спорили. Да, кстати, да. Ваня, мы как бы в основном спорим. Лбами упремся, ругаемся. Плохо ругаемся. Только тогда, когда люди начинают посылать друг друга далеко и подальше матом. Но вот видите, это... вы молодцы на самом деле. То есть вы находите точки соприкосновения. Видите, а я сразу пан отправляю в это свое гестапо. И все, оттуда люди, как правило, не возвращаются. Вот. Так что видите, ребят, какое дружелюбное сообщество. Не то, что у меня. Кликные, идите к нам, мы не сразу посылаем. Серег, я тебя понял. Хорошо. Попробуем, Дим, нагнуть. Уже надо показать, как там бриты. Где там мощь бритов-то? Так, значит, мы играем с моим уважаемым товарищем. Значит, ребята, кто это самое? Это из Америки. А, подожди, это Фаргуст. Извините, из Америки другой человек. Вот, это Фаргуст. Фаргуст у нас человек военный. Поэтому, ну, что-то такое ощущение, что он как будто в теме прям. Так, а игра у вас уже создана, да? Да, Дим, уже, тебе надо подождать потом, потому что мы сейчас, сейчас все у нас сейчас будет, потому что постепенно мы там... Но Дима тоже, да, такой культурный товарищ, я вижу? Ну, вообще, да. Пока не начнет гореть. Да, когда горение начинается, все. Пиздец. Тихо, ребят, что там это самое. Ну, я не культурный. Не, ну как бы я тебя попрошу на стриме. Тебя дети смотрят, что ты делаешь. Ну да, да, как бы это. Вот у тебя сегодня, видишь, а челлендж. Я против детей, понимаете? Нет, ну, мы по голосу сразу. Я не в этом смысле против. Своих-то я заведу, я имею в виду, что типа те, которые уже выучились, я против. Поэтому я играю. Да, и кто кого победит. Мне кажется, за немцев надо было тебе играть, прям. Ваня, у тебя этот союзник хорошо вообще. А союзник ничего, да? Да, так хороший. Такое. Рулит. Да. Посмотрим. It's my boy. Это классно. Блин, Витя сегодня в ударе. Я прям. А он всегда в ударе. Я-то да. Ой, тампон не там вылупился. Ну все, бегай. Да, прогнал пулемет на центре вообще просто. Где против тех детей, которые уже вылупились? Против детей дракона, как бы. Вано, гляди, тут тебя ж не предупредили, тут два влажных места. Ну, это самая правая звезда, видишь, там точка ничейная, без ничего, без бензина. Такая близкая. Вот она важна, она отрезает большой бензин. И второе влажное место, это два бензина по углам, вот здесь на площадке. На автомобиле. А, вижу. Вот за них надо воевать. На каждой, возле каждого бензина, там ближе к базе, есть тоже влажная точка пустая. Она тоже отрезает. Либо... А, инжечки! Вот чего всегда жалко, так это инжеков, значит, цыплята. Дим, двигайся. Да. Потому что у меня тут все, видишь? Вот, вы сейчас воюете здесь, долго бегать, а Дима там хватает вкусные точки. Ну, в ту частности, что я вначале сказал. Не, вот Серега начал мою вкусную точку. Так, Серега, ну-ка брось. Ой-ой-ой. Ой, ну, это кого гадость там делает. Ну, у кого бы это ни было, это ничего серьезного, потому что Steam Community, оно стойкое, к ним даже сифилис не лезет. Не, сифилис это вообще не считается. За что? За болезнь? Так, пошла движуха. Значит, как ребята, задача, в общем, спрашивают люди, что надо делать в этой игре. Побеждать. Условия победы, собственно, как в обычном Кохе. А куда меня Сережа повел? Сережа, куда ты меня там повел? Это хитрость. Заманивает.
Куда ты меня там, в какие кусты меня потащил? Сережа, начинает. А ты не ходи с дядей большим. Издержки твои поменьше. Сережа, потащил меня куда-то. Мальчик, хочешь стать популярным? Мальчик, я не настоящий сварщик. Сварщик! Ах ты! Человек телевидения говорит, что ничего там нету, а уже начинает эти подпольные кликухи давать уже. Видишь, ярлыки как вешают на людей. Вот так вот. Культуры. Сварщик, вот так вот. Не это самое, не мальчик гей какой-то банальный, а сварщик. Вот так вот. Да, называется завуалировать, да, называется? Пану, я тебе больше скажу, они хотят вас победить, судя по всему. Ого. Угу. У них какой-то план есть на это. Фаргус, давай там уже старайся. И чё, зря тебя нас... Отрабатывай, давай. Он тебя союзит нормально, я думаю. Ну, союзник... Пионеров не отдает на старте. Угу. Не то, что Метловский. Всех пионеров, блин, на старте проигрывают всё время. Да, шлют их большим дядям. Вот. Ваня, я сейчас этот чит-мод включу на просвет невидимости. На верхней звезде там уже штаб, возле него пулемет. Вот, стрим-снайпер. И миномет у него по-любому. Ничего себе. Блин, ну вообще, ну я так не играю, так нельзя. Да, Вить, ну прекрасно. Нет, так можно. Ты чё? В смысле, я ж тебя знаю, что ты там стоишь. Ты меня знаешь. Что ты там стоишь. Ты меня знаешь еще ближе в таком случае. Будешь такую херню творить. Витя поднимает градус стрима. Вот, видите, как. Хорош, хорош, хорош. Писец вообще. Ну, читами я обложился и все. Так, 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 так. Ну-ка давай, давай, надо гнать. С санными тряпками гонить. Кстати, вот этот самолет для твоего союзника, скажу, он багнутый. Вот, Дим, доку напиши. Дави, лейтенант, ну, дави. Ну, как обычно у меня будет дока. Ты, главное, не перепутай. Я не перепутаю. Как ты... О, кстати, помогу Ване. Сереж, тут баг на этой картине, его надо срочно исправлять. Что такое? Что ты не пугай? Самолет, который стоит на вот этой точке, где Маза сейчас трется, он багнутый. За него нельзя встать слева. Ну вот ты вот весь стрим мне тут и... Да. Отвлекайся. Да нет, представь, все там... Те шутки поймут, кто смотрит стримы с самого начала. Да, по шумок волны у вас оттяпали взлетную полосу. Ага, я заметил. Чё-то, думаю, чё-то не хватает. А ты заметил, что они помалкивают, да? Молча. Они сосредоточились, смотри. Ребята, стримите играть, это не одно и то же. Я вас призываю стримить, а наиграйтесь вы там потом сами. Сейчас мы нагнем тебя, да, а вот то и показать, что типа там, а то типа вот как бы немцы нагибают. В опытных руках, да, все нагибают, и немцы, и бриты. А в неопытных... Так, Вано, видишь, наискось идет от центральной точки амуниция, а потом белая точка никчемная. Угу. Вот я сейчас понял. Свои читы включаю, у Сережи за ней штаб. Кошмар. Вот ногу даю на облизывание. А еще это... Такие... То есть, подожди, у вас какие-то, получается, такие в игре некие... Как там все серьезно. То есть, уже такие некие стандарты, да, получаются? Конечно, конечно. Да, абсолютно. Как кто играет, уже можно определить сразу. Все да. Облизано просто. Нижаков сливаешь, чувствую. Он их уже да, слил. Лечил бы пионерка, как лечил бы. Профилактик привет. Да, это тебе не только ценный мех. Ой, давай, 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 давай. Фух, отбился. Ах, вот так вот. Дим, давай, где там у тебя эта самая твоя? То, что ее нам нужна уже. Смотри, у них тут. Если по-немецки, то это гаубица. Да, я что-то тоже начинаю, ребят, молчать. По этому домику. Как видите, порог вхождения в игру невысокий. То есть те, кто играл в первый Company of Heroes,
Да, очень для этого как бы сделано. Освоиться очень легко. Это для фанатов первого Коха. Все сразу понятно. Положа руку на сердце, могу сказать, мод, в принципе, выглядит так, как будто это официальный аддон к игре. Да, да, это именно вот, вот прям не добавить, не убавить. Ни одного другого мода я такого вообще не... даже рядом не стоит. Можно минутку лангования? Сейчас вот этот самолетик и вот этот домик упадут. Сломают ножку себе. Ага, то есть здесь не так... Умышленно у него мало здоровья, он... Да, дом он с балками подпиленными, а самолетик вплотную к дому и внимание лишнее. И поэтому будут бомбить. Прилетит, да. Ну как бы оно само по себе полетит, поэтому... Ой, подлагивает чуть-чуть, ребят, извините. Осиное гнездо нашел. Помочил меня немножко. Блин, да я бабушка Ванга, слушай. Блобы какие. Я пишет человек, я не любитель стримов, но вот тут моя любимая игра и шуточки заходит. Вот так вот, я так всех сажаю, понимаешь? Все так приходят, говорят, ой, да я вообще это все, это херня. Вот, а все, потом начинается стримы смотришь. Потом видео, потом подписываешься, потом донатишь. Потом дырка. Потом продаешь квартиру и все, Амаза квартиру покупает. Вот так вот оно все происходит. Переезжает к тебе. Да. Из экрана вылазит. И говорит тебе, подписывайся на канал, жми лайк, ставь палец вверх и вот, ну в общем. Сережа, тебе вопрос. Два мода делать слабо? Слабо. Дело не в этом, просто лаконично. Из-за того, что как бы дело не в количестве, а в качестве. Для меня это было всегда самый главный момент. А в Коках 2 делать моды качественно слабо? Мне просто сама игра вот не очень нравится. И как? Подожди. Ну вот, это знаешь, второй Кок он отличается от первого, да, это что-то абсолютно другое. И, кстати, не только я об этом делаю. Вот у нас Дима тебе это можно сказать. Да, да, я вообще не могу играть, это писец, это страшно. Нет, ну, чуть-чуть она в ней динамика другая, и уже получается ощущение, как будто это что-то другое. Хотя движок тот же, но чуть-чуть изменили динамику, и уже не так. Блин, я даже не знаю, как здесь победить. Так они сложно играют, но вот сейчас нормально начали играть. Сейчас нормально начали играть. Матильда поедет, не волнуйся. Видел там пацан с тремя точками бегает по пляжу у тебя? Угу. Вот, это предвестник Матильды. Угу. А у тебя этих... ПТД да, мало. Мне... Сделай мотоцикл обязательно. Он стоит копье. Не надо. Что-то уцененные мотоциклы на войну посылали. Ну, микрить надо слишком. Это да, но это один из самых имбанутых юнитов и самых лейтовых. Ну вот видишь, кто-то считает так, а кто-то считает по-другому. Вот. Ищи, Вань, свои страты. У тебя, кстати, это все получается отлично. Ты смотри, без бомбардировки британский штаб не плющ. Вот Никита если же есть, пришел из второго Коха к нам, и все его, как говорится, наработки, то, что там вот так же он наиграл, все работали здесь. Так. Либо за холм бейте, либо за аэродром. Лучше за жалко холм. Здесь, конечно, 2-2-2 нету. Я бы тактику чеченские картошки. Так этот самый. Ту же самую Панцер пушку 2. Имеет. Панцер 2 имеет ту же самую пушку. Угу. Да. КВК как-то там, не помню. КВК 38, что ли? О! Да, сись, Матильда! Да. Да ничего страшного, справимся мы с ней. Там у тебя мотоцикл на готове. Я вижу. Так точно. Но без всё. Пушки как бы. Включаем. Да. Включаем скилл забритов и все, ребят. Вы. А можно это здание покрепче сделать?
Как говорят в армии, можно Машку за ляжку. Как говорят в РЖД, можно и проводницу за ягодицу. Пошла такое комбо! Ко-ко-ко-ко-комбо брейкер! Прям слушай. Ко-ко-ко-ко-комбо брейкер, согласен. Ко-ко-ко-ко-комбо брейкер. У тебя самолет далековато, ползти будешь. Ко-ко-ко. Хорош, слушай, прям целая комбинация пошла. Блин, ты на доктрину не накопил. Ой, хватит! Ну ты чего, издеваешься, что ли? Не попади под мою. Все, все отлично. Эй, больно! Мотоцикла, мотоцикла не забывай! Не, мотоцикл есть. Кто-то там хотел, там, любит эти самые, как их называют, зенитки. Сейчас мы посмотрим, что это зенитка себя представляет. Вы специально прям чувствую копили. Вот чувствуется, люди хотели отыграться. Мы хотели показать, что такое бриты. Да, вы хотели показать, что такое отыграться. Не, ну конечно неприятно. Бриты во всех местах. Ой, Фаргус, ну мы проиграли здесь. Уже вариантов. Бензина дали и хватает и... О, Матильда попала, нифига себе. Нонсенс. Пейнскрин, пейнскрин. Это крутой юнит. Который не попадает. Нет, в смысле, Матильда по мотоциклу. Да, ну в общем мы, наверное, сдаемся, да? Вот, потому что я, ну, просто не вытащу эту игру, к сожалению. Уже вариантов нету, тут пока восстановлю. На тиммейта надежды тоже нет. Ну да, он как-то Фаргус что-то начал за здравие. Ну тут уже Матильда у вас, тут, конечно. Ладно, я сдаюсь. Слушай, первую игру мы проиграли, да, не давали. На самом деле мы вот сегодня шутки шутками, а вот первый день высадки операции «Меркурий», событием которой посвящена этот замечательный мод. Я ж правильно понимаю, первый день был не самый удачный. Да, очень много было потерь.